Привет, друзья! Значит, сегодня мне пригнали прицеп на реставрацию. Буду красить подкрылки, красить его борта. Кстати, ставьте лайки, они мотивируют меня снимать новые ролики. Чем больше лайков, тем больше новых видеороликов. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит прицеп. Подкрылки я уже снял. Под подкрылками, видите, тоже пошли ржавчины. Их нужно устранять. На усилениях также ржавчины. Также на вот креплениях тоже ржавчина пошла, я его все почищу дрелем, насадкой специально, и буду красить валиком. Хотел взять баллончик, ну, думаю, здесь лучше нужно будет валиком, так как мне посоветовали, разводов не будет. Ну и с той стороны также. И внутри прицепа тоже видим ржавчины, при перевозке все обилось. Вот так вот у нас изготавливают прицепы новые. И с этой стороны можем увидеть, пошла ржавчина. Это нужно все рыжики устранять. Мои подкрылки выглядят вот таким вот образом. После года эксплуатации прицепа они полностью поржавели. Были черного цвета, такого матового оттенка. Я их только что помыл водой, тряпочкой протер. И жду, пока они высохнут, для того, чтобы нацепить насадку. И насадку буду использовать вот такую вот. К дрели ее подсоединю и буду все ёршиком этим счищать. Будет интересно, оставайтесь с нами. Поехали. Вот так вот, друзья, происходит чистка. Так, одну и вторую. Так, друзья, чистим. После того, как мы полностью от краски освободили, оттерли, переходим к следующим этапам. Это преобразователь ржавчины. И я вот его налил в такую колбочку. И ним надо хорошо обработать эту поверхность металла. Для того, чтобы он, там краска хорошо держалась. А не просто так покрасить и также через год опять перекрашивать. Преобразователем ржавчин хорошо очень размазываем и даем где-то высохнуть полчаса, час, после чего будем начинать красить эти вот металлические. И также одну я уже преобразователем обработал. Оно, видите, побелело немножко даже. Такое стало светленькое. И дождусь полчаса и начну красить. Итак, ребята, сейчас самое интересное. Я где такие самые места коррозия побила, я взял болгарку и их буду счищать. Итак, по всему прицепу. Значит, вот видите, здесь я уже почистил. Вот полоса. Это все будет обрабатываться и закрашиваться потом, когда будет плюсовая температура. Итак, обработал я прицеп полностью. Он уже подсох. И можно начинать покраску. Видите, да? Цвет сразу поменялся в белый, там где я обработал. То есть оно подсохло, все отлично. Друзья, сейчас я уже подкрашиваю подкрылки, обработал, высохли они, и сейчас я их крашу. Краску другую менять не буду, в общем, крашу черной полностью. Купил на рынке. Хорошая краска, кстати, донат называется. Украина. Стойкая она. Атмосфера стойкая. Вот
То есть, думаю, будет идеально. Сейчас крашу дно, а потом перейду, буду красить верх. Верх буду красить двумя слоями. Первый кисточкой покрою, а второй уже буду валиком. Это для того, чтобы не было вот этих разводов кисточкой, так как кисточкой красится не идеально все, а разводы будут на солнце видны. За это потом пройдусь еще валиком. Ну и в конце завтра уже буду устанавливать на прицеп эти подкрылки. Думаю, за ночь они высохнут. И будет все идеально. Уже вечер, целый день у меня на эти процедуры ушел. Прицеп я также уже покрасил. Вам покажу завтра, какой вид он изменил. Ну, то есть можно будет сравнить, как выглядел прицеп до этого, как выглядит теперь. Вот такую вот я проделал за один день процедуру огромную. Так что спасибо, что вы остаетесь с нами в нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. А теперь вот так вот выглядит верх. Верхушка, видите, идеально я ее очистил наждаком полностью. И теперь ее тоже нужно будет обработать, покрасить. И будет идеально, я думаю. Вот так вот выглядит вторая, уже покрашенная, видите. Ну и я ожидаю, когда она немножко подсохнет, чтобы пройтись еще валиком. Небольшой слой, второй. И будет в идеале. Давайте посмотрим, какой вид принял прицеп после того, как я его вчера покрасил. То есть покраска хорошо держится, видим. Все нормально. Буду сейчас ставить подкрыльники на место. Итак, друзья, вот полностью собрал уже прицеп я. Подкрылки поставил, так они выглядят. И прицеп готов к эксплуатации. Здесь также все прикручено аккуратно. Потом еще брезовички поставлю. Будет отлично.